Как собрать свою жизнь в один чемодан на летний сбор? Сегодня необычное будет видео, ну как необычное, это второе видео из серии. Есть один человек, мой подписчик, которая попросила еще в первый раз, чтобы я сняла видео о том, как я собираю свой чемодан. Недавно она написала мне, а как же летние сборы? Я подумала, господи, это же просто это незаменимый подписчик. Спасибо тебе большое. В общем, я решила, что нужно снимать это интересно раз вам, потому что предыдущее видео набрало уже почти 1700 просмотров. Это так круто. Просто спасибо вам большое. Оно мне само очень нравится. Это было уже... Сколько времени назад, я даже не вспомню. Видео еще необычно сегодня тем, что на самом деле я не собираюсь на сбор. Я собираюсь уехать со сбора. Мы сейчас были в горах вместе с моей семьей. Тренировалась по плану моего тренера. Мы уезжаем завтра, поэтому мне нужно собрать чемодан. В принципе, я же собираю чемодан, и это летний сбор. Вот у меня теперь новый красивый чемодан. Два отсека. Вот этот. На дно складываю самые крупные вещи, типа курток. И закрываю это вот все. Великолепие. Вот отсеком с несколькими еще карманами. То есть этот чемодан вообще мечта, потому что, во-первых, он удобно катится, у него 4 колеса, во-вторых, несколько отделений. И в это отделение я складываю обычно там, кроссовки, что мне нужно будет на сборе. На летние сборы я не беру слишком много утепленной одежды, но все же она нужна. Особенно если вы едете в горы, погода здесь непостоянная. Обычно, когда мы приезжаем осенью, может пойти снег, но... От дождей никто никогда не спасался в летней футболке, поэтому я всегда беру с собой ветровки и дождевики. В комплект беру баллоневые штаны. Далее у меня осталось тут две пары брюк. Конечно же, вот как вы помните из прошлого видео, обязательно на каждый сбор беру штаны Бэтмена. Взяла две пары брюк, что мы ездили на экскурсии, и нужно было как-то одеваться. Я достаю из широких штанин. Вместо какого-то летнего платья все мы, девочки, любим брать со мной платье. Но, может быть, я одна такая, но, в общем, знаете, что я беру. Вместо платья решила взять такой вот мини-зончик. Комбинация из майки и шортов. Очень крутая вещь, очень легкая. В парке аттракционов ходила в этом и радовала жизнь. И следующий большой блок – это спортивные вещи обязательно. Команда имени себя. Взяла несколько пар тоже на холодную погоду. Футболок, штанов, там и все остальное. И на теплую летнюю погоду. Вот поэтому сейчас я это все в быстром режиме сложу. И вы будете за этим наблюдать. И все это будет красиво, быстро и компактно. Также я набрала, конечно же, чтобы ходить по улице, какие-то футболки с коротким рукавом. Это вот я купила в парке аттракционов новую футболку. Такая вот с вишенкой, да? Бэм! Пиксельная вишенка. Как я уже и говорила, в этот карман складываю все остальное. Пляжные принадлежности, потому что что? Сейчас после сбора мы едем на море. Я не была на море так долго. Поэтому вот эти вот все купальники и вообще, в принципе, эта пляжная сумка идут в этот отсек. Складываю свою фляжку. Конечно же, напиток. Вот я купила себе здесь новый в Италии Изо Стар. В принципе, всегда в Европе покупают Изо Стар. Очень вкусный напиток. В России пока такой не находила. Далее складываю все свои сетки для тренировок. Также сюда складываю вот эту сумочку Avenue Пульсомер. Далее у меня осталось самое интересное – носки и трусы. Самое интересное для многих направляется туда же. Последним остается полотенце и светоотражающая жилетка. Тасик купила я в Финляндии когда-то. В принципе, неплохо выглядит. Не выглядишь как гастарбайтер уж совсем. Чемоданчик собран, остался по закону жанра рюкзак, потому что я всегда складываю всю свою жизнь в чемодан и один рюкзак, к сожалению, мне не хватает места. Ну вот.
вот я и собрала свою жизнь в один чемодан и один рюкзак. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так, то не забывайте поставить мне палец вверх. Это можно сделать вот здесь вот внизу, также подписаться. Кнопочка находится там же. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео. Напишите мне в комментариях, какие вещи вы всегда обязательно берете с собой на летние сборы. Раз уж мы сегодня говорим о летних сборах, то давайте обсудим это. С вами увидимся совсем скоро в новых видео. Пока! Намешите... Я так называю... Как собрать свою жизнь?